Здравствуйте, ребята! Сегодня 6 апреля 2022 год. Снимала клумбу с почвопокровными розами. Как нежелательно обрезать розы. Ну вот, показываю. Мне говорили, что это нормальная история. Ну вот, смотрите. Черные побеги. Вот черный оставлен. Палка сухая. Ее бы надо здесь вырезать раньше. Она была вырезана здесь выше. Пустила побеги, которые тоже высохли. Их никто не вырезал. Вот так высыхает. Вот здесь. Высохла. Вот была срезана, не пустила зеленых побегов. И высыхает. Вот палки оставлены. Посмотрите. Это все высохло. Это разломилось вообще. Надо бы вырезать пониже, но не было вырезано. Этот куст постепенно, такие кусты постепенно темнеют и портятся. Вот снизу не идет никакой побег на ладони. Ну вот здесь еще. Здесь много таких мест. Вот была оставлена палка сухая. Ее надо там снизу срезать надо было. Здесь посмотрите, вот идет побег молодой. Вот я его трогаю, но он тоже сдохнет, потому что здесь все сухое, это сухое, а вот это больное. А середина куста выглядит вот так. Какой ужас, здесь все черное. Вот еще не было срезано на кольцо, вот здесь, и это все почернело. Здесь не было срезано на кольцо. Дождь идет, как всегда. Палка такая сухая. Вот она. Тоже надо было ее срезать на кольцо. А вот куст, который почти не дает побегов. Вот раз побег зелененький. Сейчас я вам его покажу. Вот он. И мало что здесь еще дает побеги. Вот и здесь это все черное. Вот так розы чернеют и потом погибают. Вот еще оставлены побеги, которые высохли, их никто не вырезал, и роза дальше темнеет, чернеет до прививки. Ну вот роза пробует выжить. Уже у нас такие листики здесь, красненькие, красивенькие. А вот чернота полная. Вот это все надо вырезать. Вот у этого кустика, в принципе, одна веточка. Он у меня даже в фильме и был, эта веточка. Вот она пустила листики. А здесь шиповник у нее. Все остальное тоже надо вырезать. Ну, еще одну черноту покажу и хватит. Вот она. Все это надо вырезать до прививки на кольцо. Здесь уже даже и не пустит эта прививка, она вся черная уже. Отсюда не идут побеги. Здесь чернота. Вот только с правой стороны зеленый побег пошел. Все остальное черное. Все это надо вырезать.
всем красивой, хорошей весны.